Решение проблемы Вишневая 31 шестой корпус идет за счет средств федерального бюджета. Значит, вопрос сейчас остался только по третьему корпусу. У нас из 80 квартир проданных в этом корпусе в 2004-2005 годах, в реестр пострадавших кредиторов арбитражным судом включены всего 58 человек. К сожалению, за эти годы у нас много людей умерло. Вот. Ну и о судьбе многих мы не знаем. У нас осталось сейчас на сегодняшний день живых людей, да? Но не более 42-45 человек. Предоставление компенсации в той или иной форме через фонд. Для чего необходимо индивидуальное постановление правительства Российской Федерации? Для чего администрация обратилась, Химок обратилась в Минжил, Минжил направил ходатайство в профильное министерство, которое занимается пострадавшими дольщиками, это Минстрой. Второй механизм. Подразумевается возмещение этим гражданам средств из бюджета. Тоже либо в форме квадратных метров, либо в форме денежных знаков.